Итак, друзья, 27 апреля, пора заканчивать с подготовкой к сезону, скажем так это назовем. Снимаю последний ролик про днище. Изнаночку покажу. Эта сетка столярная идет, малярная идет. Не металлическая, как бы пчела, касается этой пчелы, этой сетки. И здесь идет на дощечка, которая за солнышко отодвигается. И следом идет заслонки. Здесь стоит заслонка, которая на постоянно. Зима, лето. Можно также ставить, менять на заслонку весна, чтобы скапливалась влага, начинала сырость и скапливалась влага в улике. Но это рабочая. Вернем назад. И финишная сетка уже металлическая. Расстояние получается у меня 2 сантиметра между сетками. 2 сантиметра. Что это дает? Пчелы между собой, пчелы, которые снаружи, не общаются с пчелами, которые изнутри. Практика мне показала необходимость такой ситуации. 27 апреля. Пора заканчивать работу и пойти светить Пасху в церкви. Так, продолжение дна. Изготовление дна. Так, сетка у нас стоит. Окантовочку добавил. Дальше. Обслуживание. Обслуживание. Отворачиваю. Отвернул болт, вытащил заслонку, спокойненько меняя перегородку. Вот. Сейчас менять не буду. Ну, как вам простили. После замены. Вставляйте назад. Отвернул и поехали дальше. Теперь с этой стороны ставим раз, ставим два. Ставим три. И почти все готово. Все, готов к покраске. Уходит на склад. Жизнь прекрасна, если ты поймешь, что счастье.
все готово к покраске.